Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас ролик по Хидену. И начнем мы с того, что все карты, взятые из сегодняшнего выпуска, все реплеи, были сделаны одним человеком. И у него к вам маленькое сообщение. Привет, Талала. Привет, чат. Это я тот самый чел из чата Талалы. Я Каирка, меня зовут Каирка. Играю в Осу с 18 года. Я из Казахстана. Люблю Хиден, люблю ДТ, люблю ноумод. Спасибо, Талала, ты научил меня всему, научил меня играть. И даешь мне очень большую мотивацию продолжать играть дальше. Получается, Хиден. Что мы о нем знаем? Это когда после нескольких секунд, буквально секунда-три, исчезает слайдер, кнопка, пластина, кольцо, называйте как хотите, все исчезает. То есть оно появляется, исчезает, и надо на него нажать. Теперь давайте разберем градации. Градации сложности от 1 до 3 звезд и от 4 до там 10 и так далее. От 1 до 3. В чем смысл? Смысл в том, что нужно притормаживать. То есть надо запомнить, подождать, мысленно обрисовать себе этот кольцо, пластину, обрисовать, и она сузилась, вы представили, нажимаете. И так далее. Это от 1 до 3 звезд. Дальше градация сложности уже переходит в другое русло. Дальше вам уже не надо запоминать, прямо обрисовывать. Вы должны идти по технике, которая рассказывается в ролике про такт в Осу. Вы можете посмотреть этот ролик. Подсказка будет сверху. Сейчас выйдет, возможно. Возможно, позже выйдет. В общем, вот так. И там я рассказывал способ, как, получается, попадать в такт, то, что надо медленно, вот это все, только ускоряйте. Ускоряйте этот способ, и тогда у вас получится пройти Хиден. Что еще могу сказать по Хидену? Слайдеры. Слайдеры. Если как распознать, что под ними пластина? Так иногда бывает. Если вы проводите пластину и видите хоть на секунду пиксель под пластиной, то тогда нажимайте на него. Получается, что еще могу сказать по Хидену? По Хидену могу сказать то, что эта модификация включается, и у нее только одна градация, то есть никак вот эти смерти, там, потому что есть режим как до не попадания, то есть до промаха по пластине, а также есть режим только СС, то есть без ошибок, без соток, без вот этого ничего. Получается вот так. Поэтому у Хидена только одна градация. Нажимаете, он включен. Также Хиден дает, получается, немало X опыта. Лучше вам сейчас на каких-то слабых картах потренироваться там, поулучшать свой скилл. Аккуратно, все главное аккуратно делайте, и тогда у вас все получится. Потренируйтесь сначала на первых звездах Хиден, потом вторые звезды Хиден, третьи звезды Хиден, четвертые, пятые и так далее. Вот, как я уже говорил про ранги в Осу, там можете посмотреть, как я тоже градация. И попробуйте сначала вот на одном уровне, потом на другом, на третьем поиграть. И вот где вам станет нормально, вот прямо не сложно и не легко, вот там играйте. Как только вы там освоитесь, переходите сразу на следующий уровень и там тренируйтесь. Не обязательно проходите, просто тренируйтесь. Когда у вас начнет получаться, переходите на следующие звезды, на следующие и так далее. До, получается, конечных. Десятых или каких-либо. Также, что еще могу сказать по Хидену? Хиден. Что, почему надо, зачем надо включать Хиден? А для того, чтобы, получается, получать дополнительный опыт. Вместе со всеми функциями они дают в полтора раза больше. Со всеми функциями, кроме смертей
и СС. Кроме Perfect и, получается, смертей до промаха. Кроме них, получается, все дает. Также, что еще примечательно, поскольку Hidden это усложнение игры, с ней нельзя использовать релакс или что-то типа того. Потому что это unrank. Ранг за это не дастся ни в коем случае. Поэтому вот так вот. Также пишите в комментариях слово пирожок, если вы досмотрели это видео до конца. Все комментарии буду лайкать. И также комментарий, возможно, один из них попадет в следующий ролик со словом пирожок. На этом хочу со всеми вами попрощаться. Всем удачи! Всем пока!